За отчетный период парламентарии провели 21 сессию и 68 заседаний комитетов, в общей сложности рассмотрев 428 вопросов. Депутатами был принят ряд важных для города решений. Внесены изменения в устав, утвержден профицитный бюджет на 2018 год, а также нормативы градостроительного проектирования и правила благоустройства. По инициативе общественности и Совета депутатов принято решение об увековечении памяти героя Советского Союза Сурена Аракеляна. Его именем назван парк в хуторе Курбасово. Организованы новые лесопарковые зоны, высажены деревья, созданы две особо охраняемые природные территории местного значения – парк Ореховая роща и сквер имени Гудовича. По каждому направлению отчитались и руководители комитетов. Сессии после рассмотрения на комитет, сессии совета были утверждены правила благоустройства, нормативы градостроительного проектирования, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, программа комплексного развития социальной инфраструктуры, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Внесены изменения в правила землепользования и застройки и схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа в период до 2033 года. Кроме того, анапские депутаты ведут активную благотворительную деятельность, оказывая помощь школам, детским садам, храмам, спортивным секциям. Продуктивную работу местного парламента отметила депутат ЗСК Ирина Конограева. Действительно, очень много работаете. Вот здесь сейчас, в этом зале, власть, которая решает глобальные вопросы, вопросы, которые очень и очень волнуют людей. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил краевой парламент за поддержку. Также он выразил слова признательности и депутатам Совета, однако отметил, что есть и над чем поработать. Я хочу за 17 год поблагодарить работу городского совета. Уважаемые депутаты, вам всем огромное спасибо, большая, огромная работа. Но я сегодня знаю, и Леонид Иванович знает, и мы это постоянно обсуждаем, кто из депутатов как работает у себя на округах. Пожалуйста, на 18 год планируйте максимально лучше и больше работать в своих округах и с людьми. Потому что мы все вместе, и администрация, и горсовет с депутатами, работает только на благо населения Анапы и для людей Анапы.